Всем привет, ребята, и вы на моем канале Диана Скорпи. И сегодня мы будем делать очень-очень популярный тренд. Слайм! Слайм! Первое, что нам сделать, это вылить весь клей в эту коробочку. Вот, смотрите, какая вот. Давайте сначала немножко, потом, если он получится, тогда да. Много. А yeah. Это тоже надо. Это позже. Немного. В общем, мы уже клей вот здесь, и сейчас мы мешаем. Не, это немного еще у нас есть, но для начала пусть будет только. Сейчас Диана будет задавать пенку для брикет. Да, она вообще белая. Все, думаю, достаточно для начала. Она все уже... Что-то получается вот такое, какая-то каша. Ну ладно. Дальше соду. Щекоточку. Немножко. Щекоточку. Нет, щекоточку. Щекоточку. Ну, ладно. На. Немного маленькую, очень маленькую щекоточку. Очень маленькую. Давай, Вика. Стоп. Еще, еще. Все, 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 все. Теперь пробуем. Мешаем. Это очень мало. Я знаю, вымешиваем. Это очень мало, но просто для начала пусть будет только. Потом добавим еще. Вот что у нас получается, еще что-то такое. Давайте дальше. Немного щепоточку маленькую. Стоп, все. Видите, нам парни помогают снимать видео. И сейчас мы уже почти его сделали густым. Мы очень-очень много соды дали. Где-то пол пачки. И мы сейчас будем додавать блестки, что-то прикольное. Мы уже пол Мы уже еще больше соды. Знаете, в видео разные дают по щекоточке маленький, но мы уже додали очень... Полпачки! Да, кстати. Все, оно уже запустело. Это мороженое. Нет, пенка, она будет уже ужасная. Будет клей? Как клей надо. Все. Еще что-то нужно. Давайте клей. Так нам не за... Нет, что тебе... Я уже говорила. Да. Нам нет, что тебе... Зачем нам клей? Хорошо, давай. Мешай. Мы все еще мешаем. Уже где-то 15 минут. Да. Больше даже. 20. Видите, столько у нас была полная пачка. Нет. Осталось что? Мешай. Можно мне, пожалуйста? Смотрите, мы уже все ложки использовали. Еще нет. Еще почти. Нет, еще есть. Это очень много. Большое количество, очень. Нет, что терять. Смотрите. Все, соды больше нет. Это очень. Соды больше нет, все. Что будет говорить Дианина мама в дома? Где пропала сода, доча? Да. Сейчас мы уже... Будем додавать краситель. Это первое мое неудачное видео, потому что нам слайм никакой не получился. Просто получилась каша, и мы столько денег затратили на это все, и нам как-то не очень. Смотрите, сами вы выйдете, что это никакой не слайм. Ну, в общем, так получилось. Ну, в общем, никогда не используйте этот рецепт. Никогда не додавайте соду, пену для бритья и клей, потому что это вот что будет.
Лучше возьмите какой-то загуститель специальный, но это никак. Ну ладно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Пишите рецепты, как нужно, и точно проверенные, чтобы сделать крутой слайм. Может, мы еще второй раз сделаем. Люблю вас!